Лен, ну можно я взвешу, а потом... А, ты хочешь пятерочку? Нет, я понимаю, что на полке было 12 книг. Несколько книг взяли из полки. После этого осталось на 4 книги больше, чем взяли. Сколько книг взяли с полки? Да. Задача для второго класса. Вот. Первый полк. Это усложненная задача, конечно. Усложненная, да. Уже невозможно. Значит, сколько книг взяли с полки? Лен, можно я решу, а потом вам покажу? Хорошо, вам, я не шучу, я не знаю, как ее решить. Я понимаю, просто надо следовать рассуждениям. Итак, на полке лежало 12 книг, правильно? Взяли неизвестно сколько, значит, отняли X. А что получили? Равно. Осталось на 4 больше, чем взяли, то есть X плюс 4, правильно? Так. Вот и все уравнение. Это дальше что с ним делать? А дальше его решать. Как? Элементарно. Смотри. Х переносишь направо. Ты помнишь, что минус... Нет, не помню. Мам, не помню. Минус направо сюда переносишь, будет 2х, правильно? Так, хорошо. А сюда перенести с противоположным знаком. Минус 4. Итого, 12 минус 4, 8, равняется 2х. Откуда х равняется 4? 8 разделить на 2, 4. Мама, это реально задача для второго класса? Нет, это не задача для второго класса. Охренеть, с повышенной трудностью. Но... Я хочу видеть хоть одного второклассника, который сам решит эту задачу. Я хотела бы его увидеть. Лена. Это неправда, мама. Значит, за детей решают взрослые. Они не решают. Они, взрослый должен показать рассуждение ребенка, чтобы ребенок уже знал рассуждение. Хорошо, я пошла туда.